стараюсь сказать медленно. Президент Медведев любит потяжелее, похороней. Президент Медведев любит AC/DC, Black Sabbath. Но он так об этом и не намекнул русскому радио. Изитоп. В честь приезда... Чайф у нас прилагается к Ладе Калини. Да. Бардачке. Да. Как оказалось. Желтая комплектация. Хорошо. Значит, специально к приезду президента. Вдруг он все-таки инкогнито посетил наше шоу. И стоит день под пальмой. А вы кто? Анатольевич, для вас. Раз. Я бы вот завсегда ты нашего отеля чего-нибудь спел. Для наших порно-бабушек. Тихо, сейчас порно-бабушки чествуются. Значит, да, у нас... Мы себя чувствуем просто юнцами в нашем отеле. Юноши несмышленные. Девчонки такие чуть постарше, лет на 20. Рок-н-ролл этой ночи. Рок-н-ролл этой ночи. Я думал, будет хорошо, а вышло не очень. Рок-н-ролл этой ночи. Рок-н-ролл этой ночи. Лай-лай-лай-лай. Я думал, будет хорошо, а вышло не очень. Вышло не очень. Мне кажется, даже на Перчевском поле проканали бы, да? Да. Слушайте, я думаю, сейчас местные жители слушают, как похоже у русских все песни. Третью песню играют. Сейчас странно, конечно. 29 сентября группе исполнилось 25 лет. Вот она мысли не в этом. Узнают по двум моментам. Если встретили в лифте, а. И день выбора. Хорошо. Но, между прочим, эта песня, которую мы сейчас сыграем, тоже песня из кинофильма. Совершенно неожиданно для нас две наших песни попали в кинофильм «Стиляги». Хороший, в общем-то, фильм. Песня посвящается главному богатству России. Тёще фильм не понравился. Говорит, много эротики. В общем, барышни, это для вас. Совершенно верно. Да. Вы можете считать, что это по вашему заказу. Да. Ура! Девушка из Екатеринбурга и его окрестностей! Чуть-чуть назначил я любимой женой!